Я горд и счастлив, что российская сборная победила на Универсиаде. Очень хорошо, что мы начинаем восстанавливаться с точки зрения спорта. И я считаю, что победа спортсменов на Универсиаде, они довольно молодые, это результат правления Владимира Путина, когда при нем начала восстанавливаться эта база. А проигрывали мы из-за того, что все разрушили во времена 90-х годов. Это прекрасно, это великолепно. Я думаю, что все сборные немного используют взрослых профессиональных спортсменов, которые на какое-то время становятся студентами. А при этом сборная хозяин всегда с молчаливого согласия использует больше. Потому что все страны заинтересованы, чтобы хозяева победили. Что чем больше побеждает хозяева, тем больше ходят зрители из этой страны, тем больше они платят деньги за билеты, тем больше бюджет, и тем больше все страны получают какие-то компенсации и доходы от участия в этой универсиаде. То есть некоторая игра на пользу хозяев – это норма, я думаю, для универсиады. А такая компания существует потому, что у нас слишком распространена стала смердяковщина, когда принято ругать свое. Я был поражен. Голосование на сайте Москвы 60% высказалось, чтобы США бойкотировали Олимпиаду в Сочи из-за того, что Россия не выдала американцам Сноудена. Полный бред. Придурки.